Аюшки всем, я квас, это Prey, наконец-то который вышел, и я так долго его ждал. А сегодня мы с вами попремся. Куда-то мы попремся сегодня. Мы сегодня попремся. Как его? Сервер зеркала восстанавливать. Я сделал все чуточку потише, потому что, как по мне, это было все очень громко и страшно. Поэтому теперь я буду как глухая тетеря ничего не слышать. Но зато все видеть. Ну вот. Я предполагаю, что нам надо будет с вами прокачать нашего героя таким образом, чтобы чтобы мы пользовались больше этим разводным ключом, нежели этим пистолетом, потому что все, включая, как это, наоборот, все, что не разводной ключ, имеет патроны. И а у меня их не очень-то и много. Поэтому пескоструй. Вот, и все, в принципе. Доброе утро, Талос. Напоминаем, что все сотрудники Талоса 1 обязаны проходить ежемесячный медосмотр. Доктор Дэвид обещает проводить его быстро и безболезненно. Надо в обязательном порядке просматривать не только почту, но и это все дело. Развертыватель. Что можно утащить, что можно... Это плюс. Нам нужно с вами вот что прокачивать. Инженер это... Тот, который сможет разбирать. Вот это нам нужно прокачать. Вот это надо прокачать. И вот это все прокачать. Так, как охранник. Выносливость надо. Ну, много хочу качать, честно говоря. Если уж так разобраться. Это мы таскать не умеем. Это нам тяжело. Так, я предлагаю спуститься вниз. И там еще пошароебиться. Потому что есть у меня подозрение, что мало мы что там прошли. Мало что собрали. А это все-таки важно. Так, понятно. Вот еще у нас цветочки. Мне кажется, там кто-то ходит. Да. Фантомчик. Да твою мать, Стим-то. И он там не один, ребята? Может, мы рано еще сюда приперлись?
Отлично. Так, давай. Не, еще рано с таким связываться. Я ему ничего сделать не могу. С этим еще, пожалуйста. Ты Гарфилд труп? А вот что делать? Этим. Куда ты делся, тварь? Не думаю, что мы его завалили почему-то. Необходим ремонт. Так. Техническое задание. Так, психологический тест. Файлы. Расскажите про свой сон. Сон. Да. Я всегда в своей лаборатории. Стою у зеркала. Вы один? Да, да. Что вы видите в зеркале? Ничего. Поначалу я не хочу его включать, но я не могу удержаться. Я должен его включить. И там словно черная дыра. Огромная тьма. Там что-то плавает в темноте. Я что-то вижу, очертания. Так. Я чувствую, что оно хочет выйти ко мне. Я должен отключить зеркало, пока оно меня не заметило, но всегда просыпаюсь раньше. На что он похож? Силуэт в стекле. Я ни на что. Он похож на это изображение? Доктор Кальвина, он выглядит так? Нет. Нет, нет, это я не... Уверены? Откуда у вас этот рисунок? Вы шпионите за мной? Я не собираюсь больше с вами разговаривать. Интересно. Сараи, заходите. Сара, но вы можете звать меня директор Элазар, Мэтт. Лучше Матиас. Простите, но в вашем деле написано Сараи. Да сколько можно? Мать американизировала имя. И еще час без малого мы будем вот так общаться. Можно прямо сейчас все закончить. Мы говорили о вашей матери,
Я думал, что сегодня мы обсудим ваш выбор карьеры, который связан с ней. Я пошла в армию не за тем, чтобы смыться от нее, Мэтт. Просто я была неугомонной. Теперь вам лучше. Неугомонность прошла? Я в порядке. Просто ваша последняя операция спасательная. Я читал отчеты о ней. Я вытащила всех, кого могла. На каждого солдата, которого мы потеряли, приходится сотня спасенных. Да. Ой-ой-ой. Трагедия. Все же терять своих солдат... Оно того стоило. Мы спасли кучу людей и инфраструктуру. Вести безнадежную борьбу. Внимание. Не с врагом, а с природной катастрофой. Внимание. Бляха. Все-таки он меня убил, тварь. Печалька. Не хватает патронов. Не хватает вообще. Никак. Чё, только тут? Ну. Я не знаю, как пока как тем разбираться, чуваком. Ну? Так, это пока мы не можем. Хотя что? Можно же, наверное, и так пройти. Чем отличается этот дробовик этого? Так, я понял. Ничем. Но наш просто по предзаказу. Сразу. Так. Так. Это у нас все Алекс пишет, да? Арит. Новый код. Так, давай. Данные. Так. Так, смотри, у нас, походу, есть все. Все, что нужно. Для дробовика. Так. Это у нас нейромоды. Отлично. Ага. Так, пока запремся. Мечетык. Капитан Мечетык. Электронная почта.
Так, хорошо. Нам надо прокачать оружие. Я думаю, в этот раз можно прокачать... Пистолетик. Хотя... Помощнее. Так. Хорошо. Тут... А, погоди. Сюда у нас есть, да, что-то? 11:29. Ой. Мимик, ты офигел, что ли? Так. Так, есть какие-то эти без номеров нейромоды. Да, хорошо. Цветы космос. Ибо нефиг. Что-то тут какая-то просто жесть. Так, здесь нет пропуска. Сканирование цели, пришелец не обнаружен. В смысле нет места? Так. Надо пойти выкинуть каку. Еще жесть. Пошли все это дело забросим в этот. В как его? В наше логово. Так. И у нас вот это, да? Утилизатор. Мы оставим. Да, турбоек тоже. Ну, накакал. Отлично. Так, все равно что-то не хватает. Зараза такая. Ну, теперь как-то получше. Хотя все равно... Не так. Жрачку я теперь не это. Не использую на эту фигню.
Так, хорошо. Надо больше открывать этот инвентарь, как видите. Прям какая-то, мягко говоря, задница. Одного оружия сколько? Я пока, правда, не вижу смысла в этом. В арбалете? Ну, пока не приходилось его использовать, поэтому нет, не вижу и смысла в нем. Ну вот. Теперь, по идее, у меня должно хватить. Нам все? Вот. Так, тюльпаны заберем. Так. Сканирование цели. Тифлон не обнаружен. Я предполагаю, что надо его поставить куда-нибудь сюда. Журнал ошибок обновлен. Так вот. Доброе утро, Талос. Наш штатный психолог доктор Коль предлагает всем, кто страдает от нарушений сна, хронического стресса или депрессии, записаться к нему на прием в травмпункте. Так, аптека — это тема. Чё ж ты так пугаешь? Чё-то тут мимиков было просто. Огромное количество. Так. Так, а чё, тут ничего интересного нет, что ли? Сюда нам надо. Тогда у нас нет пропуска, да? Вообще, как-то можно проникнуть без пропуска. Так. Куда ты тут вообще появился, чувак? Так, туда нам, как я понимаю, еще рано, да? Психотроникс. Хорошо. Тюльпанчики. Если возьмем с собой турельку. Поставим ее сейчас. Включайте. Сканирование цели. Тифлон не обнаружен. Thank you.
Так. Пошли. Ошибка. Нужна корректировка ориентации. А как? Ощущения? Нормально? Отладочная сборка 076. Запись включена. Что-то никого нет тут. Пошли. Включается сканирование цели. Пришелец не обнаружен. Там вижу пропуск, но... Нет. Все нормально, все чисто. Пошли. Ну, тогда мы обратно ставим сюда. Кажется, тут будет лучше всего. Так, и пошли обратно. Ну, в смысле, наверх. Там кто-то забаррикадировался. Туда мы с вами пройти не сможем, пока у меня IT-security. Пока у меня не прокачан будет подъем. Так. Да. Тудой, к сожалению, мы никак не пройдем. А жаль. Так, что будем делать? Да пока рано. Сканирование цели. Пришелец не обнаружен. Пришелец не обнаружен. Да, придется идти в ту сторону. Я бы, честно говоря, хотел бы здесь пройти, но пока, как видите, не хватает силушки. Так. Сейчас мусор закинем. Так. Что еще можно? У патронов-то у нас как? Может, ты эту фигню? Нафиг надо. Я потом, может быть, конечно, пожалею, но пока не хочу. Отлично. Так. А вот эти 9-миллиметровые бы хотел потрошки себе сделать. И все. Все равно больше ничего сделать не смогу. Это печально. 43 патрона. Здесь у меня 30-ка. Здесь у меня просто дохерарх. И гаечный ключ. Разводной, точнее. Так. Значит, питон на вот этих огненных товарищей не действует. Это печальная печалька. Ну, что делать? Пошли. Да?
Честно говоря, игрушка меня напрягает, потому что такое же ощущение, как и в Darksiders у меня. Я быстро устаю, потому что здесь требуется очень много внимания. Это вам не Ghost Recon, где ты бежишь, там можно 3 раза промахнуться, и тебе ничего за это не будет. Это вот такая достаточно серьезная игрушка, и я хоть играю не то чтобы средний, а вот что-то между средним и легким, да, там, или все-таки 4 уровня, или 3, я не помню, или даже 5. Ну вот, то есть легкий, нормальный. И для меня это сложно. Но в этом есть и плюс. В этом есть плюс по той причине, что я каждый... Проблема найдена. Каждый момент прохожу по 100-500 раз. Разрушенная система нашла новую. Так. То есть вот кроме мимиков теперь у нас есть еще непонятно кто, да? Только этого-то мне и не хватало. Так. Что-то там произошло? Где-то тут второй шарегался. Так, надеюсь, это вы прочтете. Так, это тоже можно прочитать. Фрагмент астероида. Кто-то там летит. А, вон он. Вот, все. 18 патронов осталось. Да хер ли? Что-то сломано. Я нашел вас. Разрушенная схема нашла новые. Где-то еще один, судя по звукам. Он может быть где-нибудь наверху, наверное, да?
наш товарищ не так высоко прыгает, поэтому. Что-то звуки прямо дикие. Каши, блин. Опа. Что-то там какая-то хрень творится. Ага, там можно пройти, и, соответственно, видимо, туда. Но мы сейчас сделаем такую фишку, которую я хотел попробовать. Но я что-то... Распределительный щит. Что-то каждый раз как-то пропускал это. Значит, смотрите. Можно попытаться подняться наверх. Для этого возьмем вот эту штуку. И так сделаем. Ой, ёпта, нахер, нахер. Там у нас какой-то Йорген. Ну, это, видимо, бывший профессор. Да, можно, конечно, с ним немножко порубиться. Аптека. Это у нас периодическая таблица Менделеева, да? Странно, что в 2032 году всего 116 элементов. Насколько мне известно, сейчас открыто побольше. Подтверждено меньше, конечно, но открыто побольше. Так.
Так. Оп. Все? Место закончилось. Угораешь, что ли? Ну давай вот этого выпьем. Утилизирующая граната. Это, конечно, шикарно. Блин, ну вот надо бы уже научиться это. Разбирать это дело. Так, утилизирующая граната. Для при детонации утилизирующая граната разрушает молекулярную структуру находящихся рядом объектов, преобразуя их во вторсырье. Ваша форма частично защищает от вас от ее воздействия, но не гарантирует полной безопасности. Стоя рядом с гранатой, вы подвергаете свою жизнь угрозе. Утилизирующую гранату можно бросить или прикрепить к неподвижному объекту, нажав ком. Интересно, интересно. Блин, слушайте, а он, по-моему, стал прыгать хуже. Ну, возможно. Ты смотри, по-моему, еле прыгает. Не отворится. Но нам, короче, надо возвращаться обратно, потому что у меня тупо нет места, мне надо куда-то все это скинуть, частично переработать. И ну как-то так. Ну, загрузки очень долгие, как по мне. Все-таки проработка не столь детальная. Ну, понятное дело, что это все порты, и во всем виновато то, что у нас абсолютно все современные игры сначала делаются на приставку, а потом уже можете поиграть и на компьютере. Хоть и вышли они одновременно, но разработка все-таки велась под приставку. Поэтому обычный... Нифига, что-то как-то далеко открывается дверки. Обычной приставке этого, конечно, все не хватит. Так, что будем разбирать? Это будем разбирать, это разбирать, это разбирать, это. Там, ну нафиг. Так, утилизирующая граната, это хорошо. Я думаю, пока это можно разбирать, потому что у меня нет навыка использовать это, поэтому... Так. Лучемет. Ну ладно, пока оставим. Ну ладно. Вроде пока все. Какахи? Воу-воу-воу-воу. Тихо, братан. Прям полно всего.
Так. 9-миллиметровая. Есть. И 12-миллиметровая. Все. Только разводных ключей нам не хватало. О, нормально. Живем, живем. Так, что у нас? Уже подходит время? Я вот что думаю. Что я думаю-то? Что-то я думаю. Не знаю. Ладно, давайте так. Встретимся в следующий раз. И уже там решим. Все, пока.